Убийство произошло сегодня ранним утром. Как удалось выяснить, 44-летний мужчина обухом топора забил до смерти многодетную мать в своей квартире. Ранее убийца и жертва были знакомы. Возможно, их объединяло криминальное прошлое. Мужчина был судим за наркотики, освободился в 2017 году. Погибшая также привлекалась к уголовной ответственности за наркотики, но только отделалась она условным сроком. По словам соседей, избежать тюремного заключения у нее все же не получилось. Несколько лет назад она попала за решетку. Пятый ребенок, так как они вели разгульный образ жизни, где-то месяцев 8 девочка, в общем, рукой она вот на ушку, ну, напились, на полу все валялись, так вот ребенка задали, и вот ее после этого посадили. По словам местных, злоумышленник жил в доме по соседству. Знакомы они были давно. Соседи уверены, мотивом для убийства могла стать ревность. Задержанный испытывал к погибшей совсем недружеские чувства. Потом ее домогался, можно так сказать. Она от него скрывалась, я говорю, чтобы заявление написать, как обезопасить себя. Как рассказали в Следственном комитете Республики Татарстан, в квартире в момент убийства была погибшая, двое детей и ее дальний родственник. Задержанный нижнекамец пришел в гости к женщине, увидел неизвестного мужчину и принялся угрожать топором. Пока убийца наносил удары женщине в область головы, ее родственник смог перелезть через балкон к соседям и вызвать полицию. Детям удалось незаметно выбежать через входную дверь. Сотрудникам полиции удалось пробраться в квартиру через окно, однако к этому времени злоумышленник уже успел порезать себе шею. Убийцу госпитализировали с тяжелыми травмами. Как оказалось, у него были разрезаны мышцы на шее. По всей видимости, он пытался свести счеты с жизнью. Медики оказали всю необходимую помощь, зашили глубокие раны. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Кирилл Темников, Влас Семагин, Н-Медиа.